И снова здрасте. Продолжаем проходить Little Nightmares, маленькие кошмары. Вернул я пакетику пакетик. Что-то как пенек он не очень. А может он и как пакетик не очень. Ну ладно. Классический головной убор я на него нацепил. Напомню, что в прошлый раз мы потеряли напарницу благодаря какому-то дядьке. Кажется, это вот он нарисован. Он его... Фоторобот на стене висит. Теперь осталось только найти этого дядьку и выколоть ему глаз. Объяснить ему, что нельзя обижать маленьких. Попробуем это сделать. Малую надо найти и вернуть. Так, может, мы в телек можем залезть? В принципе, я подозревал, что телеки изнутри выглядят именно так. Пойдемте. Где тут выход? Давай, прыгай. Опа. И наверх. Здесь нельзя залезть. Водичка течет. Граждане, у вас что-то протекает. Тоже не залезть, да? Ладно. Давай. Еще один телек. Ну что, сейчас по телекам будем путешествовать? Чтобы он мне на башку не свалился. Ага. Ага. Так, если я все правильно понял. А я все правильно понял. Блин, вот почему он пропадает с экрана. Кстати, шмотки тут развесил сушиться под дождем. Да еще на такой высоте. Ну что же, надо искать малую. Ручок. Ручок. Я до тебя допрыгну. Опа. Раскачиваться на этих веревках я еще в инсайде научился. Там были такие моменты. Так. Марик, у них кондиционеры стоят. Хорошо живут. Жируют. Опа. Ой, надеюсь, не расшибся. Вроде нет. Да. А?
Запрыгнуть я туда не могу, надо что туда поставить. А что я туда поставлю? Музычка дурацкая. Ладно. Нифига себе, стульчик. Это ж какая должна быть персона, чтобы на этом стульчике сидеть. Так. Я здесь не перепрыгну. Я не перепрыгну. Прикольно. Только зачем? Давай раскачивайся, прыгай. Погнали. Что это все становится, чем дальше, тем непонятнее. Внизу еще какой-то там этот самый был, в который можно было пролезть. Вон он. Эп. Ой. Блин, они с такой высоты прыгают и не разбивают себе ноги вообще ни разу. Эй, прыгай. Даже обуви нет. Ну-ка. Можно туда посмотреть сначала, прежде чем вылезать? Не. А, ну да, на соплях можно. И смысл? Я же здесь был уже. О, фуранька. А, я типа надеть смогу? Ходить в фураньке? Ну-ка. Фуранька. Вот так. Теперь я мент. Ну, на крайняк железнодорожник. Давай, малой. Лезь, пакетик. Правда, сейчас его пакетиком называть что-то не очень. Потому что как бы пакетик-то он с себя снял. Может, решетку надо было поднять, не? Ну, окей, круто, я взял эту самую. Дальше что? Что дальше? А если я тебя выключу? Что будет? Куда меня тогда кинет? Не, на лампе качаться не надо. А, нет, надо. Иначе я буду внизу. Блин. А, мне и надо вниз, правильно все. Телевизор-то внизу, что я? Как это самое? Ну? Нет, он это открыть не может. А что только фуранька? Еще можно было бы броник ему найти там. ПМ. Эй, что ты сделал? А, он теперь никуда не может попасть. Да? Да, он теперь не может никуда попасть. Телек не работает, он работает только в одном направлении. Ладно. Ну прыгай, прыгай, прыгай. Ой, полезли, посмотрим, что там где. Может, там можно где-то вылезти обратно. Так.
Прыгай. Чего он не прыгает? Не хочешь прыгать? Здесь точно ничего больше нет? Неа. Все. Броньку забрал, все, больше тут ничего нет. Ладно. А как отсюда вылезти теперь? Нормально. Теперь можно вылезти. Пульт работает. И на дистанции работает. Так, но чего я добьюсь? Вот в чем вопрос. Надо поверху, что ли, пропрыгивать как-то он между самыми ближними досками или как? Не особо понятно. Опа. Ну давай. Здесь. Так, возможно, вот здесь самые ближние доски. Как еще? Нет, он не допрыгивает. А если он не допрыгивает, то как я должен по-вашему перелазить? Здесь проход, может быть, есть какой-то? Нет. Проход, по идее, должен быть виден. Он не виден. Понятно. А что это такое там? Вот это что такое? Да нет же. Я не понял, что это за звук был. Что с ним такое чисто происходит? Бланш, вот свалился. Окей. Коробкам куда-то надо лезть. Что за звуки? Что происходит? Ты заглючило, что ли? Да, он, кажется, повис. Смотрите, смотрите, он повис. Он завис. Я вообще не могу ничего сделать. Не сдвинуть его, ничего. Он вообще не слушает управление. А-а-а! Прикол. Висит. И звук прикольный. Ладно, возвращаемся. По контрольной точке возвращаемся. Ладно. Наверное, дальше. Странные телевизоры только звук показывают. Показывают звук, да. Звук звучит, а больше чего нет. Так, окей, что дальше? Может, нужно прыгнуть на... Не-а, куда я тоже до ручки дверной не допрыгиваю. Какую-нибудь коробку я могу отсюда оттащить, подтащить? Вон там тележка есть. Может, я тележку могу потащить? Без тележки-то я не пропрыгну. Понимаете, в чем дело? Че стоять? Телек. Сдох, что ли? Опа. Ау, с одного. Сразу же вот так. Просто на профессионализме. Просто на скилле.
Так, ладно. Хватит. Ну вот здесь теперь можно пропрыгнуть. Можно же, можно же? Можно. Погнали дальше. А при чем тут письма? Причем еще в таком количестве? Это что, почта, что ли? О, вешалка. Давайте-ка я на вешалку запрыгну. И понеслось. Снося прищепки. Нет, я не допрыгиваю. И тут я не допрыгиваю. А, тут не закрыт. Вот, люди, смотрите, что зомбоящик с вами сделает. Будете такими же. Мне нужно сюда. Надо тетке выключить этот самый, она пойдет и в газовую плиту башку засунет, наверное, да? Воу. Ничего себе. Ничего себе. Видали, что телевизор с людьми делает? Ничего, телевизор из людей делает. Давай, толкай. Даже милицию не уважает. Он в фуражке, в милицейской. Ты чё? Надо в газовую плиту, наверное, прятаться. Чё, я другого не вижу варианта. Здесь больше некуда спрятаться. И так по-тихому из-за кресла это сделал. А, и бутылки, конечно, вокруг. Тетя еще алкаш. Она меня и здесь нашла? Блин! Ну тогда, я не знаю, надо, наверное, сначала залезть, а потом вырубить. Может, тогда не найдет. Ну, какая-то она глазастая. Хотя у нее глаз нету. Как ты это, тетя, делаешь? Расскажи. Не надо тыкать пультом в эту хрень. Просто залезем сюда, сныкаемся. Не нашла. Ну, телек поломали, все. Что делать дальше-то, тетя? Как жить-то? И тут возникает логичный вопрос. Зачем я это сделал вообще? Сюда вылезти, видимо. Ага. Кажется, понятно. Теперь он ей на меня будет наплевать, да? Конечно, она же в телек смотрит. Пришибленная. Так, теперь я запускаю этот телек. Но... Бланкш. Спокойно, тетя. Так должно быть. 3D-эффект ты только что увидела. 3D-эффект. Кстати, платить дороже придется. За телевидение. Из-за 3D-эффекта.
Прям 3D Max. Погнали. Да при чем тут 3D Max, казалось бы? Давай, давай. 3D кинотеатр. А не Макс. Давай наверх. О-о-о. А как этому отключить? А, я знаю как. Оу! Эй, чё? Как? Где? Что? Они же спрыгивали с такой высоты и даже ножки не ломали, а тут взял, убился. Это блин. Ладно. Как говорится, можем повторить. Стандартный клич идиотов. Давай, давай, давай. Наверх. 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 Ты знаешь, где верх? Хорош. Да ё-моё. Ну, это, как говорится, сам виноват. Да ё-моё, малой. Давай наверх. Оу-оу-оу! Наверх! Давай наверх! Еще меня напугал этим жестом, типа одну руку сорвал. Одна рука сорвалась, другой держится. Да-да-да-да-да. Саспенса нагоняет, засранец. Так, сплошной саспенс. Где напарница? Надо ее найти. О! А это интересно, кто это так придумал, кровать поставить? Специально, чтобы я пройти мог. Ладно. Ниже. И опять снося прищепки. Блин, чуть не улетел. Следующий. Что-то как-то они не поочередно это делают. Не сюда? Не сюда. Кто-то заботливо поставил стульчик. О. Я уж думал, не работает. Оп. То есть я из того телека сейчас должен вывалиться не пойми куда? Окей, рискнем. Ничего себе! Вот это было жестко. Ну, забавно. А еще такое. Оу! А зачем я это сделал тогда? А, понятно. Оттуда надо будет кого-то привлечь. Или пиздричеством его шибануть. Погнали.
Ну чё, мужик, помогло? Электрошоковая терапия тебя от этого ящика зомбирования вылечила, нет? Или ты как был фанатом этого Соловьева, Киселева, так и остался? Надеюсь, сейчас из каждой двери не будет вываливаться по такому. Опять за мешок с мусором. Ну кто мешками мусор-то выбрасывает, мусоропровод? Ё-моё, определенное количество, не больше. Прям мешки целые. Сумасшедшие какие. А я туда не допрыгиваю, ребят. А, понял? Допрыгнем. Ну, с напарницей было проще. Раз, два. Взаимодействие командное. Ну, мне хватит, я думаю, я пролезу. Ага. И чё? Повисел ножками, поболтал. Хорошо. Картофелина. Можно ее кинуть вниз. А, можно вот в этого кинуть. Что-нибудь будет, да? Если я тебя кину картошкой. Не будет? Все, поближе подойду. Я кину еще раз. Падла. Башмаком. Иди ты нафиг. Сейчас я его вниз кину. Не сработало. Ладно. Давай, ну. О, блин. Говнище. Дерьмище. Так, надо посмотреть, что тут еще есть. Может, я тут что-то прозевал. А я мог, я умею прозевывать. Я шарю в этом. Непонятно. Ага. Даже так. А дальше что? Дальше там нет лифта. Можно куда-нибудь спрыгнуть, что ли, вниз или что там, где? Как туда? Почему? Что? Для чего? Не, лифт можно вызвать, наверное. Зачем мне его вызывать? Выскочить в промежуточном этаже я не могу, потому что тут закрыта дверца. Блин, там кто-то есть. Ему что-то надо. Может, ему надо картофелину эту притащить, не? И бросить в него картофелиной. Я могу. Тоже картошка валяется. Может, у них там голод в силу того, что всех
зомбоящики зазомбировали. Идите нафиг. Нарисован там глаз. Глазьев у меня тут нет. Есть картошка. Здесь банка консервная, надо? Еще такое фуфло есть. А это кто? Кукла какая-то. Тут есть чемодан. Угу. Куда она улетела? Это посылка или что там было? Ты где? Нет, это мне не надо. Да ё-моё. Посылка где из чемодан, говорю? Куда ты ее сюда жваркнул? Куда она делась? Забавное занятие. Где посылка, ё-моё, куда она делась? Ёлкин хрен. Смотри-ка. Там человечек какой-то на малую похож, нарисован. По-моему, из первой части. Блин. Чего вы от меня хотите? Посылку я не знаю. Куда это я ее кинул, она куда-то делась. В мусоре рыться мне уже поднадоело. Так, давайте начнем с контрольной. Возможно, нужна... В смысле, нельзя вернуться к контрольной точке? Почему к ней нельзя вернуться? Это моя проблема. Там все в чемодан закидаем и отправим по почте. На деревню дедушки. Не, может убиться нафиг. Сейчас что-то попробую сделать такое. Просто я не одупляю. Возможно, нужна та посылка. Кого? Кого? Погнали. Давай, давай, милиционер. Ты можешь, я в тебя верю. Тебя все верят. Так, а что там было нарисовано? Что-то на ней было нарисовано, на той посылке. Если на ней тоже нарисован глаз, как и на этом лючке, то это как бы... Ну, закончил. Это бы многое объяснило. Эть...
Здесь как бы не выйти. Потому как дверцы закрыты. Пошли, посмотрим, что там за посылка. Может, посылку нужно отправить. У меня фуражка как раз почтальоновская. Ну, она милицейская, но он мент-почтальон. Давай. Да ты выбрасываешь, она сейчас опять пропадет. Кто это там такие? Сопротивление местное, что ли? Видимо, да. Индустриальная почта. И это все? Эй! А чаевые там какие-нибудь, не знаю. Слышь, мужик, а мне ничего не положено взамен. Эй! Круто. Получил достижение, которое бестолковое. Как я теперь назад-то залез? Мне опять лифт вызывать сюда? Да. Забавно, конечно, но... Хотелось бы, чтобы мне что-нибудь дали взамен, там, я не знаю. Может, сейчас выпустят на промежуточном этаже? Как почтальона. Я не знаю, блин. Но... Нет. Здесь меня все равно не выпустят. И зачем я тогда занимался почтой? Опять батарейки сдохли. А, работает. Ну и... Опять идем в мусор, и ничего не меняется, да? Не, а ничего не меняется. Эй! Блин. Так. Может, здесь какие-то выходы есть? Их не видно изначально. Не, тоже ничего нет. Куклу-то не взять тоже. А, вон окно. А вон лампа. Там окно, там лампа.
Прыгаем на лампу, раскачиваемся и в окно. То мне эта помойка уже надоела. Куда нельзя? Дохнешь. Так. Дайте мне картофелину. Может, я картофелину сейчас кину. Что-нибудь там сработает. Картофелину возьми, она покруче. Граждане. Да вы рот мне компот. Ни хрена не помогает. О, даже докинуть не может. Ни хрена не понял. Если честно. Эй, что делаешь? Так, сейчас я могу попробовать тпхнуться наверх. Попробовать сверху запузырить лифт. Мы как-то это делали. Но как я его здесь запузырю-то? Картофелиной, что ли? Ну-ка, если я на него спрыгну. Не, я убьюсь, нафиг. Высоковато. Тут что-то связанное с лифтом. Здесь дверца забитая. Дверца забитая. Что-то тут с лифтом. Его надо как-то заставить. Ну-ка. А, он убьется. Ок. Эй. Мне что, опять посылку доставляет? Эй, блин. Фишка в лифте. Нужно лифт на промежуточном этаже как-то. Либо его там остановить, либо из него как-то выпрыгнуть. Но выпрыгнуть из него сложно, потому что он закрыт. Ага. Так. Включаем телек. Ссылка на месте. Ссылка на месте. Вот так. Погнали. Несем дяденькам посылку. Дресть. Чем она уже не нужна? Ну. А чаевые там, не знаю. Я демонстрирую вам, граждане, свою злобу. Так, но у нас все еще остается проблема с лифтом. Не-не-не, погоди, выключи его. А если я еще раз за него дерну? Ну.
Он все равно проезжает мимо него. А этот поломанный весь. Ну, да, этот весь поломанный. Там не пойми, что происходит. Не попал. Ну как мне здесь выйти? Я хочу здесь выйти. Нужно через дыру наверху залезть на лифт. Так. Так. Ну, там телек сейчас вырублю. Зомбоящик ваш. Ничего, всякую гадость смотреть. В решетке он не залезает, да? Да. А как ему залезть тогда? Ему нужно попасть на лифт. Ну. Работает. Никак, ничего, нигде. Факт остается фактом. Нужно залезть на лифт, а не в лифт. А как залезть на лифт? А хрен его знает. Что с этой посылкой, тоже непонятно. Ну, отдал ее, и что дальше? Нет бы, помогли мне. Не. Посылку забрали, и все. Граждане! Так попробуй. Вот так вот попробуй. А?
А чё нет? Ну-ка, попробуем так. Интересный ход. Вот так вот. Вот как это делается. Блин, а? А? Вот что значит мозг. Мозг. Зачем я взял эту хрень? Непонятно. Она там что-то стояла, я ее взял. Привычки. Не пинай, она говорит, возьми просто. Не хочет он ее брать. Так, что у нас тут есть? Осмотримся как минимум. Так, здесь у нас есть выход. Вон он. Ну? Интересно. Это тоже, там же он же выход же, или что же это такое там? Вообще, зачем я сюда залез? Залез, да, молодец. Дальше что? Нахрена я сюда залез? Непонятно. Клец какой-то. А здесь у нас что? Может, там дырка в стене закрыта ящиком? Да, дырка в стене закрыта ящиком. Блин, я думаю как бы более широко, чем игра. Я умнее игры. Ой. Опа. Лепездричество сияет. И фонтанчик шпинделяет. Давайте здесь остановимся. Продолжим в следующий раз. Ну вот сейчас стало действительно интересно. Напарницу все еще не нашли, но будем искать, пока не найдем. И этого в шляпе Джона Скэтмана тоже надо будет найти. И вот этот проводок ему, соответственно, прям вот в гнездо ставить. Все. Приходите еще. Всем здоровья, денег. Всем пока.